Всем привет! Если вы собираетесь поплавать, особенно в бассейне, то вам нужно знать, что нельзя делать в бассейне. Если вы готовы, то мы начинаем. Перед тем, как попасть в бассейн, нужно принять душ. И даже здесь новичок может допустить много ошибок. После того, как мы искупались, нужно немножечко размяться, но нужно делать это правильно. В туалет нужно сходить перед началом занятия. После того, как мы размялись, можно приступить к самой тренировке. Но здесь тоже есть ошибки и нюансы, которые надо будет учесть. Теперь ты знаешь, как правильно себя вести в бассейне и точно допустить ошибок. Если хочешь больше получать инструкции, то подписывайся на канал. Если видео понравилось, ставь лайк.